Надо сказать, что это наша седьмая встреча, и сегодня это площадка, основная площадка России для работы с исламскими. Я искренне благодарен каждому из вас, кто отозвался и находится сегодня здесь вместе с нами. Отдельно хотел бы поблагодарить нашего уважаемого друга господина Али, который всегда очень доброжелательно относится к нашей стране. Особенно хорошие отношения сложились с нашим первым президентом, господином Шаймиевым. И, конечно же, мы всемирно чувствуем его личную поддержку, поддержку Исламского банка развития, поддержку ОИС в создании вот этой площадки. Я уверен, что та работа, которая проводится на уровне Российской Федерации, и такую задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Путин, это, конечно же, и группа стратегического видения, и в продолжении вот этой работы наша встреча сегодня вот здесь. Я уверен, что когда мы начинали наши первые встречи, это вопросы не касались только особенностей Исламского банка и возможности использовать. Сегодня масштаб и задачи, которые мы обсуждаем на наших встречах, уже более широкие. И, конечно же, тот потенциал, который есть в исламском мире, Российская Федерация, она должна использовать более активно. И мы вот та площадка, которая сближает наши позиции, в принципе, мусульмане, они должны быть вместе. Вот 20 миллионов мусульман России, они одна такая серьезная часть исламского мира. И мы нуждаемся друг в друге.